Меня зовут Маргарита, и я работаю в консорциуме ведущих вузов Китая China Campus Network. Хэлудзянский университет занимает 6-е место в Китае по иностранным языкам. Здесь есть собственные центры по сдаче экзамена HSK и деловому китайскому языку Business Chinese Test. Особенностью дальнего университета является его уникальное направление в магистратуре русско-китайского синхронного перевода. Нигде больше в Китае не готовят таких дипломированных синхронистов. Университет находится в городе Харбине. В связи с близостью к российской границе, Хэлудзянский вуз стал экспертом в подготовке российских студентов, преимущественно обучая языку с нуля. Во многом благодаря богатому взаимодействию с российскими студентами, администрация вуза совместно с нашим консорциумом организовали здесь один из центров предвузовской подготовки IFP. Сианский нефтехимический университет. Этот вуз находится в культурной столице Китая, городе Сиане, и может предложить студентам обучаться у профессоров, лауреатов Нобелевской премии. Также здесь есть современные лаборатории по нефтехимическим исследованиям, а исследовательский фонд составляет около 3 миллиардов рублей. Еще одним достоинством вуза является его рейтинг трудоустройства. Среди выпускников нефтяной отрасли 100%. С 2010 года такие китайские нефтяные компании, как CNPC, Yanchan Oil Company, SPT, Antoine Oil и иностранные компании, как Altyn Kuran, International Fund Integration, EBC, приезжают в Сианский нефтехимический университет с целью подбора квалифицированных кадров в области нефтяной промышленности. Важно отметить, что 2 последних вуза, о которых я рассказывала, входят в список грантовых университетов China Campus Network. Это значит, что после успешного прохождения предвузовской подготовки вы сможете полностью или частично компенсировать стоимость обучения. Если вас заинтересовали наши университеты или вы хотите побольше узнать о стоимости, специальностях, условиях поступления, оставляйте ваши заявки по ссылке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте больше вопросов. Ну а в следующем видео мы с вами поговорим. А я не скажу, о чем мы с вами поговорим. Смотрите наш блог и все узнаете.